Машина.
Я потом резиновые поставлю, а то, знаешь, они как сидят, это все. Все. Потом я еще оставишь. Так, внимание сюда, мячик. Так. Девочки. Девочки сели сюда, кроме Дана. Девочки, мы перебрасываем мяч. И если Дан касается, у вас 20 секунд, надо удержать мяч. Если не удержит, значит он, мы их бросаем. Если не удержит, значит будем. Готовы? Пожалуйста. Ну, стоп. Еще раз. Виктор, он не должен касаться мяча, хорошо? Если он касается мяча, вас бросает. Хорошо? Хорошо. Так, готовы? Оп. Не, жалко, не. И сразу. Не. Вот, да. Кандидат на наименее. И сразу туда, Машка. Давай. Стоп. Хорошо. Так, Николай зашел. Ты садишься. Спасибо. И мне сразу. Вот пока никого нет. Хорошо. Ушел. Вот. Андрюха. Так, сейчас мы вам усложним жим. Вы что думаете? Нас девчонки бросать вы? Ладно. Хорошо. Держи. Стоп. Одна рука здесь. Одной рукой сюда играешь. Покажи-ка. Нет, здесь все вот. Вот. Давай. Вот туда. Молодец. Отлично. Отлично. Стоп. Андрюха, держи вот здесь двумя руками. И ты тоже. Помогай. Вот здесь руки. Хорошо, а? Ну, где здесь? Еще раз. Давай, сейчас. Так, мы должны сделать 10 передач. Если мы делаем, мы их наказываем. Готовы? Начнем. Раз. Два. Сколько? Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, нельзя руками, восемь, девять, Андрюха! Так, пацаны, ко мне. Так, девочки, сюда. Нельзя тренера бросать. Девочки, подошли сюда. Вот сюда встали. Там сюда. Пожалуйста, через спину скорее покажи. У тебя сейчас тоже будет бросать. Все хорошо. Смотрите движение, да? Локоть поднимает, садится и делает бросок. Еще раз, пожалуйста, медленно. Захват, поднимаем локоть, садимся. Вот и так, Маша, бросаешь Николая. Бросаешь своего брата. Как его? Макс, перейди туда, пожалуйста, вы на свою половину грязи. Итак, 10 бросков через спину с колена. Иди сюда. И делаешь ему 5 раз. Право, влево, заднюю подножку. Аджин, поехали. Правильно, чтобы заклад держала. Вот, умница. Вот так. Можешь даже чуть-чуть выше поставить. Головка, да. Ага, вот умница. Вот. Ну так, Мика, смотри. Очень сильно не садись. А то получается, смотри. Очень сильно, а он большой. А ты сильно не ложись. Хорошо, так? Машенька еще раз ворачивает. Хорошо.
сильно не представлен. Пять. Только что. Все не пост. Колени не болят? Нет. Сделала? Да. Покажи. Уже на колях попробовал. Хорошо, умник. Да, хорошо, Матэ. Перешли. Нет, мальчик сели на колени. Вот так. 10 бросков. Ниже. Бегает Михаил. Ты на колы. Поймал. Ой. Ниже. Так. У вас 10 бросков должно быть, сейчас я вам скажу. На 20 секунд. Маша, вот они делают перед. Ты считаешь, раз, сделал, два. А если на 20 секунд, если за 20 секунд не сделали, мы еще. Становись в центре. Внимание. Хаджина. Раз, и два, три, четыре, пять секунд, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15. Михаил, вот так держит. Вот как ручки надо. Так, конечно, пальчик. Так, Вика. Сколько? Ты считаешь, 10 передач надо сделать? Что вы сделали? Какая 20? И сколько передач? Она же 20. Ну да. 20? Да, 20 секунд, 20 передач. Приготовились. Вика, стоп, стоп. И пуля. Тебе надо или отбить, или пальчики так не держи. Стоп. Я 20 секунд считаю, а ты считаешь количество перед. Все, пресс. Раз, два, три секунды, четыре секунды, пять, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать. Стоп. Сделали. Маша. Не-не-не, они сделали. А, иди сюда. Смотрите. Кстати, ты задел, да? Ну, через, вот смотри. Он уже так, что он хоть чуть-чуть изменил направление. Да? Маша, это как бы он... Как бы задел, да. Ну, если бы он чуть-чуть в сторону. Хорошо? Хорошо, нет? Ты считай, пожалуйста, до 20 секунд. Так, ты считаешь секунды. А я передачу. Посмотри. Вега. Только ты не считай очень медленно, не считай очень быстро. Смотри, считаешь. Раз, два, четыре, только 20 секунд. Га, пожалуй, га. Приготовились. Хазина. Вот первый. Первый нужно пропустить. Прямо удивительные, все готовые заплыты. Время, считай. Фу. Да. Девочки садятся. Пацаны встали сюда, в центр. Пацаны встали. Нет. Вы, а ты там сюда. Пожалуйста, возьми руку сверху, да, руку сверху. Да. Руку сверху. Вот здесь. Еще один. А ты руку под мышку просто. Иди сюда. Сейчас. Да. Значит так, ты очень высоко берешь. Я хочу, чтобы ты взял, знаешь, где? Вот здесь. Вот так. Дальше. Ты голову под мышку. Голову. Нет. Андрей, да, голову под мышку. Ты садишься на колени. И получается у нас мельница. Николай, что делаешь? Николай, посмотри, он садится на мельницу, а ты берешь тоже садишься. То есть тебе же кувырок делать, ты стой. Еще раз. Смотрите, он берет руку сверху, голову, голову, и партнер делает кувырок. Я еще раз. Коля, ты не скипай. Посмотри, стоп. Вот я не буду падать, но пока Андрюха, иди сюда. Вот Андрюха берет захват и делает мне бросок. Подворачивайся. Раз, два. Ты что делаешь? Ты берешь и садишься назад. Ты наоборот, присядь. Присядь. Ты ложись животом ему на плечи. Вот сюда ложишься, вот на него. И все. А ты что делаешь? Ты как бы садишься назад. Поэтому... Так, девочки, мельницу делаем. Пошли. Встали? Подожди. Девочки делают мельницу. Стоп, еще раз показываю. Стоп, стоп, стоп. Иди сюда, Андрюха. Девочки, посмотрите. Руки поставь. Любая рука сверху. Вот вы должны взять, видите как, вот. И здесь, вот здесь. Вот мы даже берем. Дальше мы что делаем?
ставим голову, и рука идет между ног, за ногу, и садимся на колени. Пошли. Маша нажал, видите? Раз, о, тумбочка. 10 раз. Смотри. Старайся на колени идти, да? Рука между ног. Ты ее как бы снаружи. Так, а ты делаешь что-то такое. Берешь захват. Становишься сбоку. И отсюда на Викулечка, смотри, ты садишься и падаешь потом. Присядь, потяни и останься на коленке. Хорошо? Вот. Видишь, немножечко упало, чуть-чуть расслабься. Все хорошо, зашла, молодец, а потом раз, чуть-чуть расслабься. Назад бросаешь, чуть-чуть вперед. Вот. А девочки, когда они это делают, сделаешь, да? Хорошо. Смотри, ставим. Пожалуйста, не ищи место. Заправились, пошли вокруг ковра. Пошли вокруг ковра. Поправили. Что? 62 марта. Не, Юрий Александрович, пусть он лучше присядет и там подержит. У него ноги слабые. Ему сейчас... Юрий Александрович, я тебя прошу. Вот после... Юрий Александрович, после республики делай с ним, что хочешь.